Христос воскресе! Вновь приветствую вас, дорогие братья и сестры, этими радостными пасхальными словами, в которых столько много духовного смысла, в котором заключена вся наша вера, все наше упование. Сегодня на пасхальном богослужении мы слышали замечательные слова Иоанна Златоуста. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос, и ты низвержен». Ибо Пасха для нас еще раз утверждение и напоминание о победе Христа над смертью, о победе над грехом, о победе над адом. И Господь Бог в эти дни с особенной силой призывает нас присоединиться к этой победе, войти в число победителей. И поэтому так радостно звучат сегодня слова наших пасхальных песнопений. Веселятся все земнородни, враг бо пленися ад, с миры жены досретают Адама с Евою, избавляют все родно, и в третий день воскреснут. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Oh,
Отец сей, и единосущней, и животворящей, и нераздельней Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисусим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисусим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисусим во гробе живот даровал. Яко исчезает дым, да исчезну. Тако да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисусим во гробе живот даровал. Сей день Егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в Он. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Присно и во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисусим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе!
Христос воскрес! 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 Дорогие во Христе, братья и сестры, по милости Божией ежегодно на месте погребения Господа нашего Иисуса Христа возжигается пасхальный благодатный огонь, и мы имеем такую возможность прикоснуться к этому святому благодатному огню, доставленному сегодня из святой земли Иерусалима. Поклонники только без суеты. Христос воскрес! 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 Христос истинный Бог наш, молитвами пречистые Своей Матери и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес!
Христос воскрес! Воистину воскрес! Дорогие во Христе отцы, братья и сестры, торжествует ныне весь христианский мир, прославляя воскресшего из гроба Христа Жизнодавца. Великий спасительный праздник Пасхи пришел на землю, в наши святые храмы, в наши дома, в наше христианское верующее сердце. И ради святости этого праздника, ради его торжества, все песнопения поются сегодня. И, наверное, нам трудно сказать лучше, как слышим мы одно из песнопений: «Ныне вся исполнишася света, небо и земля и преисподняя, да празднует же мир весь, видимый и невидимый, Христос бо восста, веселье вечное». С великой духовной радостью, с любовью поздравляю вас, дорогие отцы, братья и сестры, с этим великим торжественным днем Светлого Воскресения Христова. И вновь выражая эту духовную радость и ликование, приветствую всех вас словами жизнеутверждающими, словами апостольского приветствия: «Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!» Сердечно благодарю вас, дорогие отцы, за совместную молитву. Всех вас, дорогие братья и сестры, за совместную молитву в эту святую пасхальную ночь, которая не оставляет никого безразличным. И будем благодарить Господа, что Он сподобил нас еще и еще раз встречать этот светлый праздник в мире, согласии и любви, и прославлять своим песнопением, своей молитвой воскресшего Господа Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь. Спасибо. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, несущего гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, несущего гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, несущего гробе живот даровал. От всего сердца, дорогие братья и сестры, поздравляю вас с радостным праздником Пасхи Христовой. Воистину воскресе Христос!